Производственно-инжиниринговая компания группы «Техмаш» – один из ведущих производителей мобильных зданий и вахтовых поселков. На сегодняшний день компания работает по следующим направлениям. Комплексная разработка и внедрение энергетических проектов. Производство и продажа широкого спектра фильтрующего оборудования. Строительство блочно-модульных зданий, блок-боксов и бытовок. Возведение вахтовых поселков под ключ. Исходя из требований заказчика, наши специалисты грамотно разработают общий план городка и полную деталировку проекта, ценовые предложения с графиками поставок и этапов выполнения работ, а также проведут технические консультации, поставку зданий, монтажные работы, поставку оборудования и пусконаладочные работы. Среди реализованных проектов компании можно назвать поселки в Западной Сибири, на Урале, Дальнем Востоке, в Якутии, на Сахалине, в Казахстане. Доставка мобильных зданий к заказчику осуществляется в минимально короткие сроки железнодорожным, воздушным или автомобильным транспортом. От момента сдачи объекта компания берет на себя гарантийные обязательства. Все поселки могут в дальнейшем дорабатываться под нужды заказчика в случае изменения его потребностей. Мобильные здания «Ермак» рассчитаны на частые переезды по бездорожью и многолетнюю эксплуатацию в суровых климатических условиях. Вагон-дома «Ермак» выпускаются в трех различных вариантах исполнения – на шасси, раме и санях. Существует более 10 серий вагон-домов. Отработано свыше 400 планировочных решений от люксовых вагон-домов для проживания до сложных геофизических лабораторий и мастерских для ремонта скважин. Здания по желанию заказчика могут иметь индивидуальную планировку, комплектацию, а также могут состыковываться между собой. Вагон-дома спроектированы, исходя из современных требований к удобству и безопасности работы и проживания персонала. При изготовлении нашей продукции используются только качественные, экологически чистые материалы. Отопление вагон-домов осуществляется центральной магистрали или электрическими масляными радиаторами. Возможно использование автономных источников отопления на твердом жидком топливе или газе. Электропроводка в вагон-домах выполнена открытым способом в кабель-каналах и укомплектована щитом управления, включающим в себя автоматические выключатели. Входная площадка с трапом и перилами выполнена из металлического листа и имеет безопасное съемное ограждение. Для обеспечения транспортировки мобильного здания входная группа убирается на салазках в металлический закрываемый ящик. Покраска вагон-домов осуществляется в соответствии с фирменным стилем заказчика. Продукция компании отмечена дипломами ведущих промышленных отечественных и зарубежных выставок. Работая с нами, вы получаете комплексный подход к возведению вахтового поселка, не обращаясь к множеству подрядчиков, что позволяет получить гарантированный результат. Группа «Техмаш». Мы создаем условия для вашей работы.